Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, ребят, всем привет. Сегодня стало известно, что HTC Nexus теперь приписывают процессор Snapdragon 821 на один из самых новых процессоров компании Qualcomm. Всего несколько дней назад в сети появилось несколько утечек из базы данных разных синтетических бенчмарков, в которых фигурировал новый смартфон HTC Nexus Sailfish. Все бенчмарки утверждали, что аппарат будет построен на базе одного из самых мощных процессоров компании Qualcomm – Snapdragon 820. Для нас это не было сюрпризом, однако в конце недели журналист издания Android Police Дэвид Руддук заявил, что смартфон Sailfish будет работать на базе Snapdragon 821. В качестве доказательства колумнист опубликовал часть скриншота из некоего документа, предложив поверить ему на слово. И там у нас, значит, записано в скриншоте модель процессора Qualcomm Technologies Inc. MSM 8996 Pro. Четырехъядерный процессор. Стоит отметить, что Android Police отличается частыми и отличными публикациями касательно невышедших устройств. И, к сожалению, мы до сих пор не знаем, когда Google раскроет все подробности о новинках. И наиболее вероятной датой остается 4 октября. HTC Nexus Sailfish получит 5-дюймовый экран с разрешением Full HD, 4 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной памяти, 13-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а также предустановленную ось Android 7.0.